Что именно подтолкнуло Кэти Холмс к решению подать на развод с Томом Крузом, его предпочтение работы всему остальному или излишнее рвение в пропаганде саентологического образа жизни, не перестают гадать поклонники и светские хроникеры. Новость прогремела как гром среди ясного неба. В пятницу о решении 33-летней актрисы положить конец 6-летнему браку со звездным мужем сообщил журнал People. Как бы мы все не были удивлены этой новостью, на мой взгляд, сам Том Круз был удивлен не меньше инициативой Кэти развестись. Заявление было подано накануне в тайне под подставными именами в одном из судов Нью-Йорка. Сегодня Круз опубликовал коммюнике, в котором говорит, что огорчен происшедшим. Думаю, можно предположить, что он был ошарашен решением Кэти, говорит главный редактор американского издания «Жизнь звезд». Известие о разводе Том Круз получил за несколько дней до своего 50-летия. Это уже третий распадающийся брак голливудской звезды. В 2001-м он развелся с австралийской актрисой Николь Кидман, а в 90-м с американкой Мими Роджерс. Охота на одного из самых завидных женихов Голливуда снова открыта.